Короче, мы приехали на дачу. Новозавидовский поселок. Вот. Как выяснилось, тут на телефоне у меня не ловит сеть ни хера. На iPad у меня за 10 минут сожрало 150 рублей. В некоторых местах тут есть даже змеи, это очень стрёмно. На улице сейчас вроде как дождик собирает. И, короче, пиздец. Это дроба. Ага. Подожди. О, вот. Короче, делать вообще нечего. Интернета нет. Вообще. Скучно ни хрена. Нечем заняться, вот мы сидим играем. Хоть iPad как-то спасает.